Добрый день, дорогие друзья! В нашем сегодняшнем мире, особенно это касается Москвы, Московской области, очень много действует разнообразнейших программ, но, скажем так, будучи погруженным с головой во все эти перипетии, даже, можно сказать, владея сверхнормативно всей информацией по рынку недвижимости в Москве, области, и будучи вовлеченным в эти процессы, и имея множество специалистов, необходимых по тем или иным отраслям, даже я, когда хочу решить конкретный вопрос, тот или иной по недвижимости, возникает масса препон. Это в том числе из-за того, что информация, она в таком огромном массиве находится, что зачастую ту или иную информацию добыть именно в правильном ключе просто не представляется возможным. А когда речь идет о подборе новостроек, то здесь тем более нужно быть, во-первых, очень осторожными, если вы хотите подобрать новостройку на стадии котлована или на стадии еще не сданной в эксплуатацию. Конечно же, вам хочется, чтобы это было вложение денежных средств не даром, как говорится, чтобы можно было потом эти денежки отбить. И, конечно, даже приобретение на вторичном рынке тех же новостроек, а сейчас много программ, которые позволяют и через новостройки это все провести. То есть это дает огромные преференции. И сейчас множество программ от застройщиков, множество таких моментов, таких нюансов, которые, конечно же, заставят вас не то чтобы меньше потратить времени, сил, нервов, но значительным образом сократят ваши имущественные, денежные расходы. Вот это самое главное. И, конечно, дорогие друзья, вот для того, чтобы таким образом осуществить покупку недвижимости в новостройке, мы и создали специальное направление, которое помогает именно в этом. То есть в подборе новостроек и так далее, и соответствующим образом участие в определенных программах, которые значительным образом повысят и комфортность вашего жилья, и осуществим мы подбор в том числе в том районе, который вы хотите, это касается и Москвы, и области. И, конечно же, дорогие друзья, ну, обеспечим участие в тех программах, которые соответствующим образом вас заинтересуют и значительным образом уберегут ваш кошелек от лишних трат. И некие бонусы, преференции вы обязательно получите. Вот это то, что касается новостроек. Поэтому, дорогие друзья, если у вас такие вопросы возникают, пожалуйста, обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем в их осуществлении. Счастливо!